В рамках реализации плана мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции в АО «АрселорМиттал Темиртау» приняли решение изготавливать маски для своих сотрудников. Как только вирус, против которого еще не найдено лекарство, начал распространяться по всему миру, спрос на медицинские маски крайне повысился. Но предложение на этот спрос увеличить в краткие сроки не так просто. В компании ArcelorMittal Temirtau дефицит медицинских масок для своих сотрудников обсуждали недолго. Спустя уже несколько дней руководством компании было принято решение «Будем шить». В условиях пандемии коронавируса на дочернем предприятии АО «АрселорМиттал Темиртау» чулочно-носочной фабрики ТОО ТАА уже приступили к массовому изготовлению масок для сотрудников компании. Сначала мы шили по заявке от трамвайного парка. Там была партия где-то 800 единиц. Потом уже стали делать какие-то изменения в этой маске, потому что пошли отзывы, удобно, неудобно и так далее. И уже следом мы стали шить для всего нашего предприятия, запустили партию в 5000 единиц. Следом поступил заказ от АМТ. Для работников компании ArcelorMittal Temirtau на данный момент производится пошив двух фасонов изделия. В общей сложности в ближайшее время на предприятие компании поступят 60 тысяч масок. Данные маски будут производиться из материала, это 100% хлопок, это бязь. Небольшой плотности. Почему был выбран этот материал? Так как хлопок, он гигроскопичен, то есть человеку можно в данном материале и удобно, и комфортно дышать. Также все образцы были согласованы у нас с представителями отдела техники безопасности компании ArcelorMittal Temirtau. Чуть более 40 швей в этот сложный период с легкостью смогли переквалифицироваться. Теперь они шьют не спецодежду, а тоже борются с коронавирусом, изготавливая защитные маски. Ну, каждый носит свою маленькую долю. Большой заказ, большое дело. Вот, все девчата стараются, конечно, молодцы. Никто не пошел ни в отпуск, ни без содержания не ушли. Также все продолжаем работать. Расскажите, пожалуйста, а чем вы здесь занимаетесь? После того, как швеи совершили пошив масок, мы их обрабатываем специально паром для стерилизации. Потом складываем и упаковываем, чтобы уже люди могли стерильные масочки одеть. Я так рада, что нам дали такой заказ, и что мы с удовольствием и качественно выполняем свою работу. Пошив одной маски занимает около 4 минут. Каждая работница за 8-часовую рабочую смену изготавливает около 120 масок. В таком режиме компания TAA будет работать ровно столько, сколько понадобится, чтобы победить коронавирус. Главное помнить, что здесь важно не только наличие маски, но и правильное ее использование. Ну и, конечно же, главное оружие против коронавируса – частое и тщательное мытье рук, отсутствие контакта рук с лицом, социальное дистанцирование и, по возможности, самоизоляция.